Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что саундчек начнется через 3-4 минуты после окончания первого отделения. Непосредственно церемония награждения в начале второго отделения в 16:30, еще раз подчеркиваю. Ну и сейчас самый приятный момент, любимая песня нашего жюри, всех, без исключения, последняя песня этого этапа. Итак, дамы и господа, встречайте, давайте поддержим бурными аплодисментами последнюю исполнительницу Валерия Семенович, Almost There. Следующему тору, пожалуйста, сдаем фонограмму нашему звукорежиссеру. У нас 3 минуты техникам для того, чтобы успеть перевести дыхание. И потом мы начинаем следующее, второе отделение сегодняшнего дня. Еще раз подчеркиваю, напоминаю, кто только зашел, в 16:30 здесь, на этой сцене, церемония награждения первого отделения. Пожалуйста, готовимся, собираемся. Все вот так. Не забываем телефон. У меня вопрос по поводу, извините, завтра, пока есть время, здравствуйте, я переделаю. Если они не поместятся друг за другом, 8 человек в ансамбле, с поворотами, могут они все, вот, все, просто если нет, значит, я бы переделал. Все, спасибо. Все, спасибо. После обсуждения, после обсуждения, здравствуйте, уважаемые. Паша, включи микрофон. Беда. Дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, и маленьких тоже в 16:30, потому что наши судьи никуда не удалялись, они оценивали все первое отделение. Сейчас им нужно время для того, чтобы подвести итоги. И именно когда будут готовы итоги, будут готовы грамоты, будут готовы награды для того, чтобы наградить всех в 16:30. Сами видите, уделяем внимание всем выступающим, каждый поет. Хотя у нас обозначено, что по времени у нас 4 минуты ограничения, многие берут по 5 минут. По 7 минут в песне, поэтому, извольте, у нас вот есть такие задержки.
многим. Итак, Виктория Плошкина у нас сейчас. Молодежь от 17 до 19 лет, эстрадный вокал. Пожалуйста, где исполнительница? Берешь у меня микрофон, выходишь на сцену, 30 секунд. Пробуем по одной песне, то есть вторую песню мы не пробуем, это у нас для всех. Анастасия Рачок. Анастасия Рачок. Готовится Полина Аненкова. Диана Оганесян. Диана Оганесян, готовится Диана Власенко. А у тебя там розетки? Розетки вот тут он слушает. Оганесян, я пригласил, пожалуйста, если есть. Диана Оганесян есть в зале или нет? Нету ее? Тогда, пожалуйста, Диана Власенко, пожалуйста, готовится Вероника Радченко. Вероника Радченко, прошу, пожалуйста, на сцену. Готовится Евгений Бридня. Евгений Бридня готовится. Евгений Бридня, готовится Середа Елизавета. Евгений Бридня, если вы есть, пожалуйста, на сцену. Готовится Елизавета Середа.
ветер, пускай песок, пустынный берег и теплый песок. Плывет куда-то одинокий катерок. Гуляют паки, влюбленные пары, и кто-то тихо. Спасибо. Елизавета Середа, готовится Алена Лукьяненко. Алена Лукьяненко готовится. Просьба, пожалуйста. Прошу, пожалуйста, готовится Вячеслав Басил. Готовится Никита Бачинский. Спасибо, Никита Бачинский.